Здравствуйте, дорогие друзья! В этом коротком видео я отвечу на один вопрос наших зрителей, который встречается довольно-таки часто. А именно, почему петунья бывает липкой? Друзья, во-первых, петунии присуща некоторая липкость. Это заложено природой. На листья выделяется вот эта липкость. Ну, это ничего абсолютно страшного. Это нормально. Еще две причины, по которым может быть петунья липкой, повышенно липкой. Это первая причина и самая опасная, конечно, наличие тли. Внимательно необходимо всегда присматриваться к своим растениям, ощупывать даже листочки. Если только почувствовали повышенную липкость, и растение у вас, ну вот я сейчас покажу поближе, допустим. Вот нормально растение, нормально сейчас оно обеспечено влагой, то есть листья не поникшие и повышенная липкость, то однозначно на таком растении тля. Друзья, внимательно присматриваемся. Вы даже можете вначале ее не увидеть. Ну, я вам сейчас покажу один листочек, на котором есть уже погибшее насекомое. Вот так выглядит погибшее насекомое тли. Черная такая букашечка, неподвижная. Ну, это первый признак, конечно. Хотя иногда можно и не увидеть таких насекомых, но липкость повышена. Тогда проводим обработку против тли каким-либо препаратом, который можно найти всегда в магазине. Но если через 3-4 дня липкость не уменьшилась, то, скорее всего, препарат либо не подействовал, либо подействовал не очень эффективно. Поэтому необходимо провести повторную обработку. Друзья, но еще одна причина повышенной липкости, которую мы заметили буквально недавно, это когда мы пересушиваем чрезмерно наши растения, листья поникают. Ну, бывают такие моменты, когда мы не успеваем все сделать вовремя. И при поливе даже передняя сторона чайника становится, где передняя сторона, которая касается листочков при поливе, она становится повышенно липкой. Хотя тли на растениях нет. Это я считаю, что скорее всего причина в том, что при усыхании растение самостоятельно, природой заложено так, начинает выделять какие-то компоненты липкости вот этой, которые находятся в самом растении. При нормальных условиях липкость легкая-легкая, но при усыхании выделяется больше вот этих липучих каких-то веществ из растения, и оно становится повышенно липкими. Поливаем, растение восстанавливается за ночь, приобретает нормальный вид. И липкость эта проходит. То есть она намного ослабевает и становится природно чуть-чуть слегка липкое растение. Но все равно основная и самая опасная причина липкости — это, конечно же, появление тли. Так что боритесь с тлей, и петунья ваша не будет чрезмерно липкой. Вот на этом короткое видео я закончу. Надеюсь, кому-то из вас оно было полезным. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.